Всем привет! Сегодня мы с вами проведем утреннюю зарядку. То есть утреннюю зарядку можно проводить сверху вниз, то есть упражнения, начиная с упражнений на мышцы шеи, корпус, ноги, прыжки. Можно проводить разминку с ног, то есть снизу вверх. Сегодня мы с вами проведем утреннюю зарядку сверху вниз. Все в школе были на физкультуре, и примерно то же самое мы с вами сейчас делаем. Ручки на пояс, наклоны головы вперед, назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Наклон вправо, влево. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь проводим по дуге вниз от одного плеча к другому. Раз, два, три, четыре, без резких движений, пять, шесть, семь, восемь. И то же самое назад. Раз, аккуратно, два, без резких движений. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь разминаем плечики. Круговые движения плечами вперед. Раз, два, три, четыре, назад. Пять, шесть, семь, восемь, вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ручки к плечам. Теперь выполняем движение вперед согнутыми руками и назад. Вперед. Раз, два, три, четыре, назад. Пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь выполняем упражнение на координацию. Одна ручка у нас идет назад, другая вперед. Раз, круговые движения, два, три, четыре, в другую сторону. Раз, два, три, четыре, еще можно повторить. Раз, два, три, четыре, в другую, пять, шесть, семь, восемь, хорошо. Ручки на пояс, наклоны, четыре, влево, четыре, вправо. И раз, два, три, четыре, в другую, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, теперь также по два, раз, два, в другую, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, и тоже по одному, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, закончили, молодцы. Теперь наклоняемся влево, вправо, вперед, назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Наклоняемся к правой ножке, к полу между ног. К левой и выпрямились. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Колени прямые. Три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Ручки в стороны. Выполняем упражнение мельницы. Теперь левой рукой задеваем правую ножку. И меняем положение рук. И раз, ноги прямые. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь четыре наклона вперед. Раз, два, три, четыре. На четыре счета наклоняемся назад. Стараемся задеть пяточки, прогибая спине. Раз, два, три. Выпрямились еще. Раз, два, три,
4 назад. 5, 6, 7, 8. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хорошо. Теперь выполняем выпад в сторону. Сели. Одна нога согнутая, другая прямая. И переходим на другой. Раз. Перекаты называются. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Собрали ножки и выполняем приседания. Раз и два. 3, пятки не отрываем. 4, 5, пятки на полу. 6, 7 и 8. Хорошо. Махи ногами. 8 правая, 8 левая. Раз. Каждый раз ножку меняем. 2, 3, 4, ноги прямые. 5, 6, 7, 8. Продолжаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ручки на пояс, поднимаемся на носочки. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И последние прыжки на месте. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. На правый. Раз, три, четыре, пять, шесть, восемь. На левый. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. И вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Всем спасибо. Такую разминку вы можете проводить перед тренировкой.